Мальчики станут ловкими, смелыми и сильными, а девочек научат постоять за себя. Взрослых и детей с 5 лет приглашают присоединиться к команде клуба единоборств Universal Fighters Камчатка. Наш клуб совершенно новый на Камчатке, нам больше полугода, около 7-8 месяцев. И за это время мы успели поучаствовать на региональных, на местных чемпионатах и занимать общекомандные первые места. Воспитанных у нас на данный момент более 50 детей, а также есть и взрослые. Около 80 человек на данный момент у нас тренируется. Набор у нас является группой смешанных единоборств, ММА, что означает смешанные единоборства. Это где ударная техника совмещается с борьбой и с грэпплингом, так называемый джиу-джитсу. Занятия проводят в Петропавловске в спортивной школе Олимпийского резерва единоборств по адресу Ленинградская, 31. Тренировки с понедельника по пятницу. Дети до 12 лет занимаются с 18 часов до 20:00, а старше с 20:00. Польза занятий спортом, в целом, если мы берем не только ММА, да любой вид спорта, это в первую очередь воспитание, спортивное воспитание. Для мужчин это быть физически сильным, защищаться, уметь постоять за себя. А для женщин это, ну, для девушек также, чтобы они умели постоять за себя. Для того, чтобы записаться на занятия, необходимо позвонить по номеру, который указан на вашем экране.